Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Приветствую вас этими жизнеутверждающими словами и поздравляю со светлым праздником Святой Пасхи. Воскресение Иисуса Христа – это центральное событие всей человеческой истории. Бог становится человеком, претерпевает страдания, умирает на кресте, сходит в ад и, наконец, воскресает, побеждая тем самым двух главных врагов человечества – грех и смерть. Воскресший Христос разрушил преграду между Богом и человеком, которая никогда и никем не могла быть преодолена, и возвысил человечество до божественной славы. Незадолго до крестных страданий, в прощальной беседе с учениками, Господь сказал: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». В чем же ее новизна? Да в том, что критерием Божьего суда являются не законы формального благочестия, а отношение человека к своим ближним, что он им несет – радость, мир, благость, или же, напротив, смуту, ненависть и вражду. Важнейшее условие Нового Завета – любовь людей друг к другу, невзирая ни на какие различия. Дефицит любви уничтожает человека, разделяет семьи, разрушает общество и государство. Христос открывает нам верный путь в Царствие Небесное, который пролегает через любовь и заботу о ближних. В эти светлые и святые дни постараемся сделать шаг навстречу воскресшему Спасителю, делами являя свое стремление следовать за Ним и пребывать в деятельной любви к людям, которые встречаются на нашем жизненном пути. С праздником Святой Пасхи! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Христос воскресе из мертвых! Смерть и смерть покров! Смерть и смерть покров!